Привет, друзья! Я обещал ролик сделать о том, на что надо настраиваться, с каким вопросом засыпать, чтобы утром проснуться с ответами на какие-то важные вопросы, которые вас волновали. Вот что, во-первых, я хочу сказать. Тут, пока я занимался тем, что готовил этот ролик, мне позвонили и спросили, а почему я вот иногда пытаюсь сосредоточиться, занимаюсь каким-то вопросом. И в этот момент кто-то прошел мимо, и мне хочется отвлечься от сосредоточенной работы и побурчать, и поворчать, или еще что-то сделать. Почему люди не могут вот так сосредоточенно долго работать, если им нужно? Но я там и отвечаю, потому что нервная система уже истощенная, не хватает в клеточках мозга питания, и поэтому мозг переключается на тему любую, которая легче. Да. Вот эта переключаемость, отвлекаемость людей зависит от того, насколько они восстановлены. Поэтому у нас будет скоро вебинар, как восстановить истощенное состояние. Да. Ну а сейчас к делу. Сейчас к делу. Мне еще написали там в ролике в прошлом про том, что первый чип нам сделали первородным грехом, мифом об этом. Ну, как же так, вот и так далее, вот в Библии написано. Ну, вы знаете что, кому Библии хватает, пожалуйста, там все ответы на вопросы есть, если внимательно читать. Конечно, ну, наука там меня спрашивает, почему все время с научным подходом, ведь в Библии же там все есть. Ну, Бог ты мой, наука почему создалась в мире, вообще среди человечества? Была бы не нужна, зачем бы она создавалась? Наука нужна для того, что мы летаем все-таки не на коврах самолетах, а на самолетах, для того, чтобы получать гарантированный результат. Ну, там вот я даю, например, у нас на бесплатных ликбезах и на вебинарах приемы, которые дают результат, предусмотренный. Человек изначально хочет получить какое-то состояние, и там даются приемы, алгоритмы, как это состояние получить, и подбирая себе эти приемы по принципу подбора путем перебора, что очень важно, что нет ни в одном методе мира, он подбирает то, что ему синхронно. Ему синхронно то, что ему приятно делать в этот момент, то, что его инстинкт подсказывает. Он, во-первых, научается слышать себя, потому что когда ему подсказывают в виде упражнений, и он перебирает и находит то, что синхронно с его состоянием, сразу снимает напряжение, и он в этом состоянии потом восстанавливается. Особенно важно, у кого истощение и так далее. Но, короче говоря, к делу. Если вам хватает Библии, пожалуйста, не ходите на наш канал. У нас школа человечности. Мы как раз-таки то, что в Библии за историю человечества, как раз мы даем в компактном виде научным образом, проверенным образом. Но, пожалуйста, занимайтесь, кто в какой религии. Никто не возражает, это дело выбора. Здесь речь идет о гарантированных результатах, не зависящих от того, верующие вы или неверующие вы. Вы же все равно ездите на машинах, ходите там за какими-то покупками, там какие-то рекламы, по которым вы хотите увидеть продукт, там быстро сориентируйтесь. Это же все по науке делается. Да-да, то есть люди сидят, работают, думают, как сделать рекламу, проверяют многократно, чтобы был результат. Понимаете, это наука. И вот метод ключ тоже по науке сделан. И многократно проверен везде и вся, и в космосе, и в воде, и под водой, и на земле. Проверен на больших статистиках, и на войне, и на мирных условиях, и в экстремальных. И для того, чтобы когда вы ложились спать, о чем надо подумать, какой вопрос себе поставить, чтобы раскрыть себя Творца, чтобы быстрее развиваться. Вот посмотрите на земной шар сверху, как бы. Миллиарды людей, каждый со своим характером, с разным цветом кожи, с разным цветом глаз.
А это у меня шедевр не оконченный еще. Будет скоро завершен. Но глаза какие прекрасные, да? Вот. Глаза какие прекрасные. Вот посмотрите, много разных людей. Как сделать так, чтобы они выжили? Ведь они все могут быть в силу того, что они с разной религиозной принадлежностью, кто атеистом, кто ученый, кто спортсмен, кто шахматист, кто велосипедист. Как все они вот с разными характерами могут выжить? Ну, поэтому сказано, любите друг друга. Ну, в том смысле, что это технология. То есть то же самое религии, когда говорят, любовь, любить ближнего, там, ближний это всякий для вас и так далее. Это технология. Технология. Потому что если бы все так это, вот эти заповеди выполняли, то на самом деле и мир бы и был, и конфликтов бы не было. Но дело в том, что одни выполняют, другие не выполняют и так далее. А наука доступна для всех, как математика. Но не зависит от того, верите вы или не верите. А вот то, что миллиарды людей, если вы ложитесь спать с разными противоречивыми вопросами, которые в мире существуют, а вы при этом, ложась спать, думаете, как этому миру помочь? Вот ключевое слово. Там же сказано «люби ближнего». Но это значит быть готовым помочь, сопереживать, быть добросердечным, порядочным, нравственным, духовно развитым. Ну вот вы, когда ложитесь спать, вы и подумайте, как же людям во всем мире помочь? И чем выше задачу вы ставите, это секрет работы мозга, тем больше энергии включается в этом направлении. Чем выше вы ставите цель или свою мечту, тем больше включается ресурсов для ее достижения. Вот же в чем дело. И на фоне этой высочайшей точки задачи и вашей цели, сверхзадачи, когда вы ложитесь спать, как же всем помочь, чтобы был мир на земле, чтобы люди любили друг друга. Когда вы с этим ложитесь спать и одновременно с этим о волнующем вас вопросе, когда два вот этих вопроса, стратегический и тактический, соединяются, и вы тогда засыпаете, и когда вы мечтаете, как бы вот представьте себе, что вы Бог, представьте себе, что вы царь, представьте себе, что вы король. Вот мне прислали фотографию из Беларуси, Наташа наша прислала про старика Хоттабыча, там памятник стоит, потому что Лагин, оказывается, он же тоже из Витебска. Интересно, да? Представьте себе, что вы такой волшебник. И можете это сделать. Представьте себе, что вы волшебник, и вы можете пожелать, чтобы всем было хорошо. И вот с этим ложитесь, так, с этой стратегической задачей, сверхцелью, которая должна быть у каждого нормального человека. Потому что нормальный человек – это человек со здоровой психикой. А здоровая психика – это значит, ты болеешь не только о себе, но и о ближних. Обо всем человечестве. Это уже зависит от масштаба твоего мышления. Да, вот поэтому ты ложись спать, воображая себе вот этот земной шар, миллиарды людей там копошатся, как муравейник, конфликтуют между собой, спорят религии, не религии, атеисты, не атеисты, и таксисты, и министры, все там спорят, и штангисты, и дети, и взрослые, и в конфликтах, допустим. А вы хотите, чтобы они все жили в мире, чтобы люди любили друг друга, как святой Франциск говорил, были здоровы и любили друг друга. Вот тоже, как святой Франциск, вы ложитесь спать, и вот эту свою стратегическую задачу начинаете мечтать, как помочь людям, как помочь. И вот тогда у вас открываются человечные, высшие общечеловеческие ценности, и когда вы решаете любую вашу уже тактическую задачу через призму высших общечеловеческих ценностей, у вас такой ресурс творческий открывается. Да-да,
И вы так будете изумлены радостно, потому что вы почувствуете себя востребованным в жизни. Потому что я говорил, учитесь у гениев, учитесь у природы. А что это означает? А гениальные люди, если вы хотите знать, они потому великие, потому что они как раз таки и думают. Когда он решает какую-то задачу, у него в голове одновременно. Вот это инстинктивное, бессознательное ощущение, что есть человечество, что есть близкие, что есть люди, и что он человек. То есть решение любых задач, сложнейших ваших, любых, бытовых, там, математических, неважно, через призму общечеловеческих ценностей, это и есть творческий подход. Запомните эту фразу. Творческий подход – это решение сложных задач, это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Так мозг устроен. И когда вы, как говорится, находитесь в промысле Божьем, когда вы как творец, когда вы ищете то, что вам подходит, а это главное, если вы глубоко задумаетесь над собой, зачем вы живете, вы осознаете это. Человек живет, как говорил Толстой, чтобы жизнь была на земле. Чтобы жизнь была. Люди живут, чтобы жизнь была. Это же главный факт. А мы еще работаем над осознанием этого. Я вам помогаю это понять. И когда я вам помогаю это понять и подобрать специальные упражнения, которые вам именно подходят. Да. Поэтому следующий вебинар у нас будет такой. Истощение нервной системы. Вот эта отвлекаемость, ну это прокрастинация, вот это сложное слово, переключаемость, невозможность хорошо сосредоточиться, все с этим связано. И как восстановить нервную систему? Да, с раскрытием творческих качеств. Итак, друзья, я вам все сказал, как говорится, имеющий уши да услышит. Да. А те, кто услышали, как говорил Хаджан Насреддин, те, кто поняли, расскажите тем, кто не поняли, и тогда все будет хорошо. Делитесь ссылками, делитесь своими в группах, пусть все понимают. Люди должны думать о том, чтобы сохранить себя и человечество, чтобы был мир на земле. До встречи.